Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим позицию мужских кремовых футболок. Я заранее вскрыл пакет. Вот общий вид мешка. Начнем. Первая футболка темного цвета, размера XXL. Следующая футболка черно-желтая с надписями. Сделана в Италии, размер L. Следующая — это оранжевая безрукавка размера XL. Следующая футболка черного цвета с белыми полосками и V-образным вырезом, V-образным воротником. Серая футболка с биркой, новая, значит, размера M. Общий вид, посмотрите. Следующая футболка также серая. Имеются сзади надписи. Такие вот. Хорошего насыщенного цвета. Размера 2XL. Следующая партия. Красивая футболка нежно-голубого цвета с белым принтом. Размера L. Синяя футболка, темно-синяя. Следующая футболка поло. Размера S. С бирками. Ядовито-зеленая маечка. Вот у нас тоже есть. Ядовито-зеленая с биркой размера XL. Белая футболка с V-образным воротником размера XL. Темная футболка с белым принтом. Такая она, изображающая фразу. Размеры S. Далее идет также темная футболка с бликовым таким вот принтом. И размер у нее M-очка. Такая вот голубая футболка, приятная. На ощупь чувствуется хлопок. Размера M. Такая вот футболка с большим разноцветным принтом. Размера M. Ярко-красная футболка с надписью Life Fitness. Размера L. Так, следующая полностью черная футболка. Как темная ночь.
размера, размер L. Майка цвета хаки. Тоже у нас тут попалась. Смотрим. Размер M. Большая фиолетовая футболка. Большая фиолетовая футболка. Она так выглядит. Размера 2XL. И вот таким интересным принтом. Футболка от Adidas. Стандартные три полосы на рукавах. Значок Adidas. И размер 42-44. Футболка с неуказанным размером. Серого цвета. Приятная на ощупь. С принтом. Так. Это у нас полосатая такая вот футболка от Hugo Boss. Hugo Boss. Размер L. Очень простенькая, но приятная на ощупь футболка. Серого цвета. Обычный воротник. Размер L. Темно-синяя футболка. Обыкновенная темно-синяя футболка. Поло. Размера XL. Так. Что еще у нас здесь? Серая футболка с ярко-оранжевым принтом или принтом, японскими иероглифами. Довольно мило. Так, размер ее XL, сами видите. Желтая футболка с серым принтом, серым рисунком таким. Размера L. Красная, темно-красного цвета футболка с надписями. Размера L. И вот такая темно-синяя футболка размера L с надписью Аргентина, цифрой 3. Далее у нас это все. Третий мешок, если будете заказывать. Посмотрим. Интересная тоже темная футболка с таким вот принтом и размером XL. Футболка с необычным воротом таким. Редко встречается на улицах, поэтому будет своего хозяина из толпы выделять. Размер L. Приятная на ощупь и на вид. Голубая футболка размера M с таким кричащим принтом.
Здесь у нас обычная спортивная, очень мягкая на ощупь футболка. Размер XL. Очень приятный цвет футболки поло. Размер, к сожалению, не указан. Ярко-красная футболка с белым принтом. Красиво смотрится этот контраст. Размера L. Зеленая футболка поло. Серая футболка. Обыкновенная, совершенно обыкновенная, но чувствуется качество европейское. Как видите, брендов много, от Hugo Boss до Adidas. Так, тоже у нас футболка с разными надписями. Размера XL. Черная такая футболка с изображением паркурщика. Для любителей, видимо, паркура, фрирана и там, впрочем, видом спорта. Интересная, гармоничная поло от Lacoste. Так, размер у нее. Какого размера? Размер ее не указан, к сожалению. Остается совсем немного в этом пакете. Чисто черная футболка. Здесь у нас смесь темно-фиолетового и салатового цвета размера M. Футболка от Nike. Да. Футболистов, я так понимаю. Приятного цвета. Воротнички белые. Размера M. Полосатая футболка. Насыщенных цветов. Приятно смотрится этот контраст. Размера XL. Серая футболка размера M. Ну и все, и последние футболки в этой позиции. Значит, такая разноцветная, с насыщенным синим цветом. Такая вот синяя,
размера XL. Черная с принтом размера L. И последняя футболка красного цвета с надписью «Гранит». Размера S. Вот это содержание, значит, третьего мешка позиции мужских кремовых футболок. Ждем ваших предложений и до новых встреч!